я не рассказал вам о том, кто есть в запасе у Терека, о тех, кто в запасе у Терека, Городов, голкипер, защитники Рудольфа и Тейку. Ох, какой удар! Гол! И это гол Эбесильо! Эбесильно влупил он метров эдак с 35. Ты подумай, решился же ведь. И как много сверхдальних, удачных сверхдальних ударов мы видим в этом туре. Ослепило, что ли, Гадзюра, но здесь на самом деле очень неприятный был отскок от этого непредсказуемого газона. Давайте смотреть повтор. Павел Игнатович оформляет голевую передачу, да, дальше, чем с 30 метров. И Гадзюр здесь ошибается. Достаточно было времени, чтобы среагировать на этот отскок, на этот мяч. Но со скоком он прогадал. 1-0. Вот он, герой, Лоренцо Эбесильо. Голландец из Суринама. Ну, этих сынов Суринама в Голландии достаточно, в том числе и звезд. Чего только стоит тот же Кларенс Зейдов, например. Да и не только он. Но, в общем-то, это второй гол